повторим для вас еще раз нарезочку всего самого вкусного и сладкого, что нам игроки подарили за 60 минут противостояния. Вот таким вот уникальным образом счет открыл Алексей Закарлюкин, но в заключительной 20 минутке две быстрых шайбы Рубин провел. Сначала Семен Иванов расстреливал уже, по сути дела, пустые ворота. Так, счет стал 2-0. Ну а далее Закарлюкин оформил дубль. В ходе молниеносной контратаки Рубина, завершив ее просто идеально по исполнению броском в девятку ворот оппонента.